Рыбакит, папа рисует. Турбозавры, вперед! Ребят, сегодня мы на канале Рыбакит рисуем турбозавров. И, конечно же, у нас в гостях подружка. Катя, здравствуйте. Это Катя из турбозавров. Мы ее склеили. Тут же здесь есть ролик, как это ее сделать. Она улыбается, хи-хи-хи. Да, и помогает нам рисовать турбозавров. А теперь мы рисуем до. Это девочка, динозавр. Турбозавр. Турбозавр. Рисуем вместе. Я нарисую, а ты поможешь мне раскрасить. Хорошо. Вот и здорово. Для работы нам понадобится восковой мелок, масляный мелок, хорошее настроение, белый лист бумаги и краски по возможности. Например, гуашь или акварель. Начинаем. Наша до артиопатозавр, я так понимаю. И она такая классная. Сначала как динозавра рисуем. Очень-очень здорово. Вот здесь вот надо оставить место для ее головы. Вот здесь голова будет. Здесь у нее тело будет и ножки. Начинаем. Смотри. Сначала рисуем голову вот так вот. Сначала нарисуем голову как овальчик, чтобы у тебя все получилось. Вот так, как овальчик. Нарисовали тело овальчик. Сразу же голову тоже как овальчик нарисуем. Голову как овальчик. Вот так вот. Два овальчика. Маленький и большой. А после этого мы уже все на это оденем. Как бы это наш каркас нашего артиопатозавра, нашей доу, красивой девочки. Смотри. Сначала рисуем шею. Соединяем голову и шею. Вот так рисуем. Вверх. И вот здесь вверх. Соответственно, шея классная. Я сильно хорошо рисую, чтобы тебе хорошо было видно. Дальше. Что мы рисуем? Дальше тело. Тело идет сюда. Раз. И сразу хвостик сюда. Два хвостика. Сюда. Хвостик заканчиваем. Теперь лапки. Большие ножки. Большие крепкие ножки у нашей до. Бегут по дорожке крепкие ножки. Четыре нарисуем. Но две передние хорошо видны. А одна вот плохо видно, и одну тоже хорошо видно. Вот так вот. Получается у нас все. Ножки похожи на слонячие ножки, как у слона. Как у слона. Так, дальше что? Дальше голова. Голова. Здесь голова надо так сделать. Вот так обвести голову. Так вот она делает. После этого идет два глазика. У нее красивые глазки, да? Рог здесь влезет. Рожок у нее есть. Рожок. И еще глазки. Сразу глазки нарисуем. Кружочки, овальчики. В них черненькие, чтобы видны наши глазки были. Мордочка отделяется. Улыбается. Две дырочки, потому что это две ноздри. У нее есть реснички, чтобы было видно, что это девочка. Реснички нарисуем. И у нее есть, у нашей до есть такой вот гребешок, я назову, да, гребешок на ее спине. Вот такой гребешок у динозавров бывает. Вот такая динозавр. Вот такая девочка-динозавр. Замечательный динозавр. Я вам подскажу, каким цветом раскрашу. Хорошо, Катя, каким цветом? Я с ней хорошо знакома. Турбозавры, они превращаются в машинки. Мы знаем. Расскажи цвет. Розовый. Розовый. Ребят, вы можете взять другой, конечно, цвет, но мне очень нравится девочке цвет розовый. Смачиваем кисточку. Берем розовый цвет и ровным слоем все красим розовым сверху. Вот так вот. Стараемся не заходить за края, аккуратно. Кисточка красит за тебя, тебе сильно давить не надо, только надо дотронуться, чтобы она хорошо, кисточка наша, отдала свою розовую краску нашей доу, принцессе доу. Я бы ее назвал принцесса, такая розовая девочка. И особенно она очень красиво превращается в машинку, которую мы сейчас тоже нарисуем. Я думаю, может быть, динозавров самих будет рисовать интересно девочкам, а вот машинки будет рисовать интересно мальчикам. Интересно, захотят ли девчонки какие-то, девочки, нарисовать до в виде машинки красивой. А она в такую действительно красивую машинку превращается. Мы ее сейчас нарисуем. Все, мы розовым раскрасили. Теперь мы возьмем фиолетовый и нарисуем несколько точек. Фиолетовые точки, у нее пятнышки. Я бы назвал пятнышки на до. Вот такие пятнышки. Мы рисуем несколько пятнышек, и уже у нас получается такая красота. Также пятнышки, можно ее вот здесь нарисовать, пятнышки. И еще вот здесь, наверное, можно немножко пятнышек. Таких вот такая пятнистая девочка, пятнистая. Девочка-динозавр пятнистая, вот так вот получилась у нас девочка. Я хочу ей добавить травки, потому что она любит гулять по травке. Все динозавры всех динозавров я всегда рисую с травкой. А машинки я рисую с дорогой, так что не останавливайся, рисуй, бери зеленый цвет и рисуй травку. Турбозавры добрые, мультик классный.
они всегда справляются со всеми проблемами, которые возникают, очень быстро, потому что они договорятся и обязательно справятся, потому что друг другу посоветуют, у них все получится. И еще чему-то научатся. И научат нас вместе, когда мы рисуем их, к примеру. Смываем кисточку в конце, зовем нашу Катю, и она нам покажет, хорошо ли все получилось. У вас, ребята, получилось отлично. Я уверена, что все получат пятерки по рисованию, если нарисуют такого динозавра. Он называется Арпатозавр, Артиапатозавр. И да, в нашем мультике динозавры. Да. Катю мы тоже сделали вот такую. И ролик есть где-то здесь на Ютубе, на канале Рыбаки. Так что рисуй, делай таких вот поделки. Можно после этого играть. Она веселая запрыгалась. А мы продолжаем рисовать турбозавр. Сейчас будет у нас до в машинке, в теле в машинке, как будто она превращается в классную машинку. Ох, скорее бы такое нарисовать. Да, ребят, перелистывайте страничку и рисуйте вместе с нами следующего турбозавра. Пока-пока.